Челябинской области полицейские накрыли банду наркодельцов. У них изъяли больше 150 килограммов запрещенных веществ. В столице Южного Урала задержали двух граждан из стран ближнего зарубежья. У них нашли больше 300 граммов белого порошка. По версии следствия, они забирали крупные партии товара из тайников в лесах, а затем расфасовывали. Мужчины были частью этнической группировки. Ее члены организовали канал сбыта наркотиков в особо крупном размере. Вещества продавали как на Урале, так и в центральной части страны. В Самарской области при перевозке наркотиков в Челябинск полицейские задержали межрегионального курьера. В обшивке салона автомобиля они обнаружили около 10 килограммов героина. А по месту жительства нашли тайники в подвале и в потолке. Сразу какую-нибудь одну просто видео откроем, посмотрим, что там. Очередная бочка, опять в печатях. 2014 даже. Еще дальше. Еще, подожди. Всего в доме нашли больше 140 килограммов наркотиков. Сейчас в отношении членов группировки возбуждены уголовные дела. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.